Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Давай-ка мы заберем с тобой, что у нас тут созрело. Так, из питомничка забираем скафагната. Это шикарно, помещаем его сюда. И прокачиваем до 10 уровня. Отлично. Так, эволюция. Забираем награду. Так, здесь у нас тоже что-то готово. Забираем здесь. Тут использовать ускорение, собрать моды. Все понятно. Так, кстати, почему у меня здесь монеты не собраты, а? Скажи-ка мне на милость. Везде собрал, а здесь почему-то забыл. Скафагнат. То есть у нас с тобой получается еще один легендарный летун появляется в нашей команде. Так, здесь-то кто у нас прокачивается? Ага. Лицихтис, по-моему. Так, здесь. Блин. Ну что же, что же так плохо-то, а? Ну давай продолжим. Можно, в принципе, закончить это быстренько, но доллары мне еще пригодятся. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут по задачам, по событиям и по всему остальному. Так, визит важной персоны. Дальше идет схватка редких и водная волна. Слушай, а что за вод... бегство? Блин, тут победить противников, да, где надо. Что-то мне кажется, что я вряд ли здесь смогу пройти. Но начну, пожалуй-ка, я, наверное, с визита важной персоны. Твою налево, ты посмотри, что не подсовывает мне. Глитронакс какой-то. Гаргазух. И велоцираптор. Ну, тут, наверное, нам... Офигеть, 520... Трэш какой-то. Сможем ли мы здесь справиться? Я что-то как-то немножко даже в шоке. Вот серьезно тебе говорю, я немножко в шоке. Может быть, попробовать с этого, с редких начать для разогрева. Поехали. Значит, анкилозавр, скалозавр и стегозавр. Против них достаточно будет велоцираптора. Мне кажется, одного. Ну, давай вот этого еще возьмем. Ну и на всякий случай возьмем еще капразуха. Все. Надеюсь, у меня здесь все получится. Только немножко опять неправильно сделал. Надо было поменять. Ладно, фикси. Поехали. Начинаем. Анкилозавр. На-ка тебе. Смотрим. Так, две атаки, да? Прописал. Молодец, красавчик. Так, меняем с тобой на... Капразуха. Берем бонус. Уничтожает, что ли, да? Уничтожает. Он все слил. Получается, нам нужно сделать две атаки. Раз. Два. Так. И так. Проверочка. Готов, хлопчик. Так, скалозавр. У него 73 атаки. То есть ему достаточно 3 сделать, да, и нам крышка. А сколько нам нужно сделать? 2 атаки ему. 2. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Готов. Ну и стегозавр. У него 81 атака. Смотрим. Не, парень, даже не думай об этом. Ничего у тебя не получилось. Все, ты сдулся. А раз ты сдулся, значит, ты будешь наказан. Причем сурово. Вот так вот, ребятушки. Ну что, это у нас была только первая победа. Это была только первая победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, покажите мне, пожалуйста, весь арсенал, так сказать, вражеский. Так, следующая битва. И тут у нас стегоратопс. А, стегоцератопс. Блин. Ну тут, по идее, нужно нужно брать обратно нам велоцираптора. Хочешь ты этого, не хочешь, а надо брать.
Плюс сюда возьмем. Так. И, наверное... Блин, и, наверное, кого? Давай так сделаю. Шиш с ним. Была, как говорится, не была. Так, ну здесь ясен перец. Сделаем с тобой сразу атаку. Сразу из него дурь-то повыбивали, да? Причем неплохо. Что он будет делать? Меняет. Че, умоляю. Нашел на кого поменять. Ну-ка давай. Бонусы. Ну и что? Что ты этим добился? Меняешь? Меняй, ради бога. И ты думаешь, это тебя спасет? Я что-то сомневаюсь. Так, попробуем влупить. Ну, оставляем ему 164 жетухи. Это очень мало для него. Наверное, еще раз пробьем. И бонус. Отлично. Минус суперзавр. Так, выходит, выходит. Стегоцератопс. Ну что, Стега, будешь все сливать? Естественно, все сливает. И погибает уже от моего велоцираптора. Ему нужно сделать всего лишь одну атаку. И вот так. Ну все, давай сюда, пернатый джетс. Летает он мне тут, летунчик. Ну что, влупляем по полной программе тогда, да? Все очки действия на атаку. Да все, им крышка. Ну что, вторая победа тоже довольно, так сказать, легенькая. И у нас еще одна впереди. Тут уже будет интересно. Потому что это последняя. Так, давай, давай, все это забрали. Ну-ка. Метриоринг, спинораптор и капразу. Блин, что, этого что ли? Ух, как он дорого стоит на откате. Если я возьму анкилодока, капразуха и эйр-титана. Или как, лучше вот так вот? Блин. Как-то так, друзья, я не знаю. Чтобы быть точнее. Ну что, 250. Давай, звездонин, наверное, да? Он меня, правда, со следующей плюхи уничтожит. Скорее всего. Два бонуса на очка, это получается 200 там с копейками. Не, не уничтожит. Но меняет. Он поменял на хищника. Мы с тобой тогда тоже поменяем на хищника. И, наверное, еще и укусим. Не, лучше бонус возьмем. Так, возьмем бонус. Меняет на капразуха. Так, ну, мы, наверное, сейчас будем его все-таки уже уничтожать. Сливаю все. Крышка. Минус капразух. И метриорин. Так, мне, знаешь, что нужно? Мне нежелательно, чтобы под хищника попал мой анкилодок. Я думаю, ты понимаешь, почему. Раз, два. Давай так сделаем. Окей. Пять.
4 потратит. 4 потратит. Угу. Ну что, Капразух, надеюсь, ты сможешь его одолеть. Ты просто обязан это сделать. Даже если он сделает одну защиту себе. А, он ничего не стал делать. Значит, все, крышка ему. Прекрасно. Что, ребята, я нас поздравляю. И мы с тобой идем на следующее испытание. Ну что, за 1000 очками, да, пойдем? Так, подожди, надо тут колесо призов крутануть. Ага, Раджазавр. Так, закрываем. События. Визит важной персоны. Блин, ну это трэш какой-то. Почему так мощно-то? Раз, два. Кстати, ребят, тапиелозавр у нас появился. Пом-пом-пом, ну. Не хочется, как говорится, и колется, да? Давай сделаем так вот, наверное, еще. И заберем Эдиуморфодона. Я не знаю итог, ребята, этой битвы. Битва будет не шуточная. Совсем не шуточная, особенно вот с этим вот. Но атаковать мы обязаны. Давай. Допустим. Сейчас он возьмет, скорее всего, рептилию. Газух. Офигеть, ты посмотри на него, как он страшило. Твою ж дивизию. Так, ну что, атакуем? Атакуем. Ах ты. Шмонька. Понятно. Смотри, какой он ужасный. Какие у него челюсти, ё-моё. Ой, зря ты, парнишка, так сделал, зря. А, он один нас только атаковал, да? Ну, проверим. Понятно. Ну, по идее, мы его ушатаем. По всей логике. Или нет? Упс. Или нет, называется, ребята. Ха-ха. Слив? Сейчас посмотрим, как будут остальные. Так, велосираптор. 152 к атаке. 3. Да иди ты, как ты его... Как ты... Трындец, ребята. Как он это сделал, я не знаю. Ладно. Глитка... Глитронакс. Глитронакс. Ха-ха-ха, вот и все, вот тебе и крышка. Вот ты и допрыгался, кузнечик. На. Дурачка мне тут строит. Все, ребятушки, выиграли. Но надо смотреть, что дальше там будет. Какой подвох там ожидает. А там подвох 100% будет. Ну-ка. Так, тиранозавр фиг с ним. Прианозух фиг с ним. Так, ладно. Тиранозавр. Против тиранозавра мы можем с тобой взять, наверное, Топилагриуса как-то. Прям даже не знаю. Так, а если мы сделаем с тобой... Твою налево, блин, да что мы с тобой сделаем? Ничего мы с тобой не сделаем. Подожди-ка, у меня же есть Нондагозавр. Так, Нондагозавр, допустим. Сверху мы возьмем с тобой Эдиуморфодона и Таникалагриуса. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Ой, ну да, газавр, как ты будешь слабо бомбить, к сожалению.
Ага. Сейчас два укуса и нам крышка. Но он меняет. Еще не легче. Еще не легче. Так, ладно. Давай. Ва-банк, так ва-банк. Ты гляди, что это делает, а? Ну-ка. Пятерочка, да? Ага. Ну, тут пробьет, понятное дело, ребят. У него одно бонусное очко всего лишь. Одно. Нам нужно... Фу-фу-фу-фу. Хорошо ему надо звездануть. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Вот так вот. Не-не-не, это тебе не поможет. Так, давай посмотрим, что он дальше будет делать. Прианозух. Меняет. Меняет. Так, ну что? Блин, Прианозух. Он специально так сделал, да? Он так сделал специально, ребята. По 300, если мы возьмем 300. Раз, два. Три, раз, два. Блин, рискую охрененно просто, ребята. И, по-моему, я дорисковался. 7. То есть, жучар, он меня обвел. Ладно. Сколько нам нужно нанести ему? Раз, два. Этого достаточно, да? И вот так вот сделаем. Поехали. Это мы выносим. Смотрим, на что будет этот гораст. Пропустит ход, скорее всего. Я почему-то так и думал. Ну что, друзья мои, влупляем по полной. И все, ему кранты. Отлично. Вот так вот. Дебаловался, чувачок. Так, ну и что, последняя, третья схватка. Ума даже не приложу. Кто там? Ну, 100% будет что-то серьезное. Скафагнат, Тиранозавр и Эрликозавр. Скафагнат. Против Скафагната мне даже и поставить некого. Прикинь. Хотя... Блин, Скафагнат. 37 уровень. Трындец. Эрликозавр 22 уровня. Ну что я вот против Скафагната сделал? Я не знаю, ребят. Этого что ли брать? Давай попробуем так. Так. И вот так, что ли? Ну, тут что-то мне кажется, что... Даже берись ты, господи. Что ты не берешься-то? Не знаю. Шансов как-то очень мало здесь на победу. Я даже сказал, практически вообще никаких нету. Видишь, что вытворяет? Ну хорошо, гаденыш.
Да, алангозавра я потерял. Понятное дело. Сейчас посмотрим, на что у нас Птернодон способен. Три атаки, да, нужно сделать? Три. А у нас пять. Раз, два, три. Раз, два. Так, ну что, этого в топку? Так. Ой-ой-ой-ой, 578. 578 к атаке. Все сольет, да? Пробьет, пробьет, ребята, меня. Твою. Налево, блин. У него еще 1800. Ну куда тут, ёпрсты? Ну куда, ребят? С лишним. Я еще не знаю, сколько там у Эрликозавра будет сейчас по атаке. Сейчас посмотрим. Да ладно, 197. Так ему крышка, все, ребят, ему крышка. Что я могу тебе по этому поводу сказать? Пока, парень. Вот это фарт, вот это да, ребята. Прям нежданчик для меня какой-то. Прекрасно. Вот серьезно, не рассчитывал на победу, ей-богу. Ну... карты так улыбнулись, и сыграли мы довольно неплохо, я считаю. Так что, надеюсь, дайте только вот мне 1000, пожалуйста. Не надо мне там 500, 100, дайте 1000. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, дают 500. Ну, почему не 1000, дают 500 каких-то там замухрышек. Ладно, ребята, 8000 у нас уже. Нам остается совсем чуть-чуть. 2000, и мы получим опять же золотой пак. Так, здесь забираем, использовать ускорение. Так, собрать еды. А что у нас еда-то? Вот же она лежит, роднёхонькая. Так, забрали. Использовать ускорение, собрать моды. Давай моды с тобой, наверное, соберем по-быренькому. И потом пойдем на ПВП-шку подеремся. Так, эхо. Давай нам что-нибудь такое позабористее. Так, снижает показатель атаки противника на 15%. Ну, это так себе. На 15% не слишком-то и много. И опять то же самое. Угу. Так, ПВП и использовать ускорение. ПВП и ускорение. Сейчас быстренько с тобой сделаем. Так, что у нас тут на рынке горит? А что мы тут выиграли с тобой? Я что-то не помню, чтобы какая-то... какая-то у нас тут была... новая победка. Да нету ничего, что-то они тут мудрят, по-моему. Нету ни шиша. Так, что я хотел? Я хотел Каназийскую эру я хотел поиграть. А босс события? Блин, почему не 60 уровень, а? Там нормальные вроде бы призы, награды. Нет, схватку чемпионов нет уж. И увольте. Там, а... нет, ну мы с тобой проходили это, помнишь, деплотаторами. Берешь кучу деплотаторов и проходишь. Давай тогда попробуем здесь пройти, а чё бы и нет. А вдруг повезет. Да, ну тут три волны будет, да? То есть не три волны, три этапа. Возьмем Архилона, возьмем Зуходуса и возьму... кстати, плезиозавра надо бы скрестить. Попробуем, посмотрим. Бегство это какое-то неудачное для меня лично. Сейчас сразу в атаку. Что ты будешь делать? Атаковать?
Он делает специально, ребята. Он копит очки действий. Так, здесь 91. Это плеозап. Угу. Уже как минус 300 сейчас будет, даже больше. Ага, вот ты на что рассчитываешь. Ну, проверим. Ну, допустим. Раз-два, раз-два. Твою налево. Шесть. Сливает четыре. Два у него остается в запасике. Так, так. Раз, два, три. Раз, два, раз. Хорошо. Пробили. Так, это только первый был, да? Дунклестей. Тут я не знаю, что он будет делать. Отложил в дальний ящик, да, типа? Раз, два, три. Раз, два. Да ты серьезно, что ли, а? Ты посмотри, а? Что творит? Хорошо, смотрим. Раз, два, три, раз. Ага, попали. А, нет, 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 не хватило. Семь, блин. Крышка нам, да, ребят? Крышка, по-моему. Он все слил, да? Все. Да какой все, блин? Опять он там что-то мутит, а? Четыре. Ну, допустим. Да нет, я здесь, ребят, не смогу пройти. По крайней мере, не этими динозаврами. Как будто он специально, а, делает. Как будто предугадывает просто меня. Ну ладно. Все равно это не поможет. Шесть. Он сейчас все сольет, и мне крышка. Пять. Пяти так хватило за глаза ему. Ну, тут... Тут все ясно. Без слов. Ну, у него, прикинь, у него 9 этих, а у меня всего 3. И вот как хочешь, вот этот вот весь дамаг ты должен распределить между моими тремя динозаврами. Ну, это несправедливо. Нет, можно пройти, но это надо брать топовых динозавров. Так, давай-ка мы, наверное, что-то будем выводить. Так, вот только что. А ты с кем у меня пеликанимим? Так, подожди, а чё я? Чего он не готов? Гац не готов у меня. А как же я так с Гацем-то лопухнулся-то?
Надо, гадца, готовить потихонечку. Так, что у нас там? Использовать ускорение. Так, пошли в канализацию эру. Да хорош мне тут показывать. Так, трех разных, да? Все. Давай. Попытка не пытка. Попробуем сейчас разрулить ситуацию. Блин, я представляю, если мамонта сделать 20 или 30 уровень. Ух ты, ух ты, ух ты. У него тут посерьезнее будет противничек, чем мой. Блин. Ну, давай проверим. Будет бомбить, наверное, две атаки, да? О, как. О, как сделал. Давай так вот. Сейчас он поменяет обратно. Так, 500, да, значит? Меняем. Раз, два. Вот так вот сделаем. Сейчас буду ушатывать его. Ну, попытаюсь, по крайней мере. Меняет. Мегистокурус, да, значит? Так, ну что, три атаки надо сделать, да? Раз, два, три. Раз, два. Дипротодон. Давай, сливай, сколько тебе надо слить? Четыре. Чтобы меня уничтожить, ему нужно слить четыре атаки. Он сливает пять. Ну, соответственно, ему тоже кранты сейчас. Да ведь, кранты ведь. Нет, ребята, не будут ему никакие кранты. Мне, к сожалению, не хватит его пробить. Самую малость, конечно, не хватит. А, нет, все, 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 отлично. Ну и Архивцион. Сколько у тебя там? Четыре атаки. Ну, ты вырубишь, конечно, да. Спору нет. Ну, мамон тебя ушатает. Мамон тебя, по идее, должен ушатать. Упс, не факт, ребята. Неужели сейчас все сольет, а? Неужели сейчас все пять атак сделает? Тогда мне крышка. Три. Вот здесь он сглупил, ребят. Вот здесь он сделал офигенную просто ошибку. Офигеннейшую, ребята. Да. Прощай. Не знаю, не знаю, почему он так вот решил сделать. Но, как ты видишь, это было роковое для него. Я думал, он бомбанет полностью, потому что терять ему все равно было нечего. Странно. Так, ну что, мы с тобой здесь выиграли. Давай-ка крутанем. Призик. Я уже что-то было обрадовался, думал, сейчас пак выпадет, ага. Так, еще разочек крутанем. А вот что-нибудь хорошее выпадет. Конечно, опять бак... Ой, ДНК.
Так, ладно, закрываем. Здесь забираем с тобой награды. Использовать 3 ускорения. Ну где мне здесь вот использовать их? Окей. Так, поместить. А с кем он гибрид у нас становится? С... Ага. Афиакадон. Так, значит, нам нужно еще тут этих чувачков. Да, много, много нужно. Так, и забираем наши награды. Ежедневный пак. Ух ты, нифига, ДНК, нормально так. 35 долларов и диплодок. Плюс 95 очков доверий. Шикарненько. И здесь забираем с тобой еще немножечко супер ДНК. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.